Ура, каникулы! Вздохнули с облегчением сегодня все ученики. Не надо идти в школу. Отдохнуть можно, используя, к примеру, в специальной профильной смене умныеканикулы.ру. Посмотреть, чему учат ребят, в лагерь «Березка» отправились мои коллеги Юлия Важенина и Андрей Спиридонов. Для чего нужен компас? Как по карте определить путь домой? И почему так важно ориентироваться на местности? Ответы на эти и другие вопросы ребята узнали на мастер-классе «Спортивный лабиринт». Это очень интересный вид спорта, даже можно говорить. Все связано со спортивным ориентированием. Самое главное, у каждого ребенка такая карточка, и ребенок без компаса должен правильно пройти эти контрольные пункты. Ориентирование местности очень интересно. Можно, если ты заблудился в лесу, а с выброса очень прикольно, обучающе. Каждый день профильной смены тематические. Например, сегодня школьники учились вязать узлы. Не простые, а морские. Чтобы завязать прямой узел, нужно завязать два простых узла, чередовать их. Кладем правую руку, завязываем простой узел, кладем теперь левую ручку, завязываем. Следующий простой узел у нас получится прямой узел, прямой. Он считается правильным, правильным издревле. Есть еще другой узел, который называется бабий. Бабий считается неправильный прямой. Бабий узел в каких-то ситуациях очень быстро можно развязать. Диане Филипповой вязание дается легко. И за 45-минутный мастер-класс она уже многому научилась. Я узнала то, что бывают разные узлы. То, что есть узлы, которые может соединять несколько веревок. То есть, например, прямой узел, как нам показали. То, что если будет мокрая погода, то его невозможно развязать, прошу прощения. Его можно только срубить топором. Завершающий мастер-класс на сегодня – азбука солдата. Школьники сами пробовали разбирать и собирать автомат Калашникова. Умение разбирать и собирать автомат Калашникова может пригодиться для различных походов. Но это вообще развивает мелкую моторику, и поэтому мелкая моторика всегда пригодится в жизни. Хоть смена и профильная, но это прежде всего лагерь. А значит, здесь не только учатся, но и находят время на развлечения. Иначе какой же это отдых? Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.